Всем привет! Движение на МЦД продлят 31 декабря и 7 января. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, это поможет пассажирам доехать домой после встречи праздников. Уточняется, что 1 и 7 января последний поезд отправится в 3.18 на МЦД-1 из Лобни на Одинцово. Согласно данным, обратная электричка отправится в 3.18, а прибудет в 4.38. Также изменения коснутся МЦД-2 из Нахабино, где 1 и 7 января последний поезд совершит отправление уже в 1.50, а прибудет в Подольск в 3.50. В обратную сторону электропоезд приедет в 1.51, а 7 января в 1.55. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!